смотрите, на данном, данный боеприпас это для так называемого ручного гранатомета, как многозарядного. Работает очень эффективно для нашей разведки, для наших ребят это будет отличным подарком. То есть это все полетит в обратную сторону. Ну, смотрите, какая хорошая штучка, то есть эффективная, то есть ручная реактивная граната, то есть вся инструкция есть, как она работает. Очень легкая, практичная, также возьмем с собой на вооружение. Вот смотрите, да, пример тому, все на импортном языке, на иностранном языке, это даже, скорее всего, турецкий. Это все достается нам, то есть и это вооружение мы используем точно так же против них. Поэтому та помощь, которую оказывают страны НАТО украинскому режиму, она в принципе не реализуется, она эффективности своей не имеет никакой. Поэтому если духа нет у них, то какое вооружение не предоставляет, оно не поможет. Понимаю, что сейчас находятся наши войска, здесь союзные войска, и Ахмат, и ЛНР, пытаются максимально затруднить наши действия, чтобы сковать маневры, и оставляют эти блуждающие минометы, неприцельно работая по территории завода. Свидетели сейчас были, слышали, прилетали мины. Очень легко попасть под эту шальную мину. Ничего не предвещая беды, можно просто встретить элементарный осколок. Поэтому все же передвигаться нужно с осторожностью, не нужно забывать, что все-таки мы находимся на только что освобожденной территории от врага. Вот слышите, да, сейчас прилеты, поэтому будьте отдельно. Сейчас мы с вами спускаемся в укрепленный подвал, который строился еще для предприятия «Азота» с целью бомбоубежищах этих подвалов, таких вот катакомбах, и эффективно укрываться от артиллерии или применения любого практически даже бетонно-бойного оружия. То есть понимаете, насколько оборона была подготовлена серьезно здесь. Пойдемте сейчас посмотрим. Здесь взвод минимум располагался, взвод бойцов, видимо, по спальным местам даже, видим, что реально они здесь жили. Вот их неоконченный быт, смотрите. Кастрюли, чашки, огурцы. Все вот, использовано в сторону противника по назначению. Спасибо за отличные трофеи.